Hare 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama.
Κρέστα, κρέστα, χαρέ, χαρέ. Oh, my God.
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. И находчивых, которых называют кришнаитами.
На самом деле, Бог один. Просто Он в разные эпохи приходил под разными именами. И нам нравится петь и танцевать. Потому что в каждой традиции есть своя история поклонений. Кто-то любит покаяние, а кто-то любит песни и танцы. И Кришна – это просто Бог, но не просто, это Бог, одно из имен Бога. И Он приходил 5000 лет назад на эту землю, и не на Урал. Он приходил в Индию, там много народу и тепло. Там есть кому что сказать, и есть кому чего научить. А на Урале никогда тут ничего не было. И Иисус приходил тоже не на Урал. Он приходил там, где были люди, где можно было что-то сказать. Поэтому просто поклоняйтесь Богу в той традиции, какая вам нравится, и будьте счастливы. Потому что счастье в этом мире может только быть от взаимоотношений с Богом. Потому что вот этот городок очень красивый, но придет время, его не будет. Не будет этого здания. И не будет этого здания, которое только что построено. Ничего не будет. И все тела, которые люди носят, они когда-то оставят и родятся в новых телах. Так проку-то в этой материальной жизни. Но останется вечно то, что является взаимоотношением с Богом. Вот это никогда не уходит. Это остается с человеком всегда, от рождения к рождению. Поэтому повторяйте имена Бога и будьте счастливы. А мы пойдем. Харе Кришна! А сколько времени? А сколько времени? Там пора, написано время. Пора – это не время. Время – сколько? Пора – это не время. Время – это время. Here we go.
Спасибо всем. Спасибо. Ну, Дед Мороз выручил. Вот Дед Мороз и подарок. И Снегурочка тоже. Да, Снегурочка. Снегурочка хоть раз ушла. Ой, выпустите меня. Что нас сегодня Бог послал? Ну, после Харинамы. После Харинамы Кришна послал очень-очень-очень званый ужин. Да. Кафе «Рада Ки». Джай! Вот. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Кто не грузит, кто ест. Кто пьет, поет и танцует, тот ест. Вот. Да. Нарисим Габрана. Поет, танцует и ест.